Я лишь боюсь тебя не найти, ведь та луна от меня тебя скроет. Новая луна, уходит месяц, я тебя найду, найду в холоде. Когда заживет больное крыло, ты вновь улетишь так далеко. Полная луна укажет мне след, я тебя найду, найду в холоде. Когда заживет больное крыло. Пойдемте, а? Опять мимо кладбища идем. Он, Дима говорит, он христовенький. Вот вообще никто к нему не подходил. Он один тут стоит, вот. Делает каждый вечер эти фокусы. То, говорит, толпа собралась. Вот. Раз на раз не приходит. Димка сказал слово хри... Когда здесь стоял один, работал фонтан, мы как раз шли, он где-то и стоит один. Типа кто кидает этот шар. Вот видишь, папа, у него этот ангажемент. Что значит слово ангажемент? Красиво, не знаю. Красивое. А такое слово точно есть? Да. Ангажемент. Ну, это что-то связано с выступлением. Да. Короче, да. Та-та-да-та-та. В пижаме и иду. Короче, хожу так, как мне удобно, понимаете? Никто мне не указ. Я как сумасшедшая хожу. Алин, пойдем. Алло, мама. Алло. Ты хочешь? Нет, зачем? Да правда что? Этого грязного зайца, зачем, на что он мне нужен? Да, вот это, да? Ну, конечно. Где у нас социальная дистанция 1.5 метра? Да. Никто не соблюдает. Смотри, как красиво этот цветет. Тырын-тырын-тырын-тын-тын. Да. Ты затмила их. Ты затмила их. Я был в Сибири. Ага. Ретро-мототехники, игровых автоматов. Вот он, богатырь-то свечится. Богатырь-то красавчик, да. Сколько, интересно, там стоит номер? Богатыря стоит до 150 тысяч. Мальчик, платье, еврей. Что? Ну, слышала, да, я тебе сказала? Нет. Порядка 150 тысяч может в лоджи заходить. Да? Богатыря, да. Ну, ладно. Да. 150 тысяч. Ну, бывают акции. То есть, даже здесь бывают акции? Я хочу... И гостиница. Но акция это все равно. У тебя фоне такого колеса сфоткать? Ну мы не получимся. Ну конечно нет. Почему вам получится? Я всегда получал. На фоне этого колеса. Дим. Дима, куда? Ну куда вам пошли-то? Дим. Идите сюда. Ну что? Я хотела просто вот это посмотреть. Теперь мы Дима там вот так вот мимо. В смысле ты хотела? Давайте мимо богатыря. Там проход есть. Что? Инна. У нас что-то... А у вас тоже был этот казус, да, с пешеходным переходом? У меня не было, у меня был. А у Димы был. Нет, не так было. Дима же сказал, вы сестры, это значит, у Лены было. Да нет. Типа как Эйфелевая башня, да? Останавливаемся. Вот мы все стоим, кроме Инны. Ну как сфотографироваться? Вы чего не сфотографируете? Ну? Я просто иду, радуюсь. Вечер в октябре, да, мы в футболках. Мы в футболках, мы в легких платьях. Ну, наверное, градуса 20...
1.22 есть? 21.22 есть, да. Замерз? Нет, просто. Ветер? Где ветер-то? Не присутствует там даже. Шляпу сносит. Так, подошли к богатырю. А ты можешь пройти на помощь с тобой? Нас ходили прямо через внутри через американские горки. Ну а что они без подсветки-то? В темноте еще, конечно, что к чему. Так это же мосточек? Ну что за мосточек? Прям в гору идти. И что, куда мосток? Ой. Что, деньги отмывали, что ли? Что за мосток? Нет. Дольче пицца, паста бар. Дольче Габбана. О, смотрите, другим цветом. Одно с той стороны. Ну, в общем, красиво, да. В общем, очень даже. Ага, не ставили. Какую карету? Мы доедем. Дойдем. Нет, я просто думаю, что американские горки без света? Были случаи, когда они застревали. Это не американские горки. Это называется как квантовый скачок. Да. Они сначала летят вот так вот вертикально вниз, лицом вперед. Ну. Потом проезжают... Ты ездила? Нет, Дима ездил. Проезжает такое кольцо, ну не кольцо, как петлю. Ты мы говорим про это вот хабазино. Да. И снова поднимаются наверх и зависают в вертикальном положении, только уже спиной вниз. Ага. И потом спиной вперед летят еще раз такой же этот. Дима, страшно? Ну так. Интересно. Ну так. Я смотреть могу, меня тошнит. Вот. Даже смотреть. Вот. Кроксы, пожалуйста. Угу. Что, не в море же в таких купаться? Нет, да, цены? Бесценные. Сейчас, куда ты не ходить, это что? О, представьте, как я хожу. Красомаха. Вот смешно-то. Круг школы. А знаешь, многие люди их прям любят. Да. За столько, сколько они стоят? А сколько они стоят, вот, к примеру? 5-6. Вот эти тапки? Резиновые, да. А ты, Дима, ты в гимназии учишься? В каких ты кроксах пойдешь? Куда? Подожди. Очевидно, в черных. Старшие классы гимназии. В каких кроксах ты куда пойдешь? Главное, чтобы в тон. На выпускной. На выпускной, да. Я думаю, даже да, вот так вот нужно пойти. Идут, идут. Наверное, миллион. Дима сказал, что 5000. Да ладно. Кроксы, да. Но я говорю. Миллион. Я начала перестать прикладывать этот скачок. Ну? И вот это вот, это хабазина. Бывало случаи, что люди вот в таком вот этом вертикальном положении, она застревала. Несколько раз по телевизору как-то вот показывали. Именно это? Да, да. И все равно лезут, не боятся. И все равно лезут. Так, нам если на выход, то нам надо направо, да. Мама, ты будем? День рождения
Баба-Яги с 23 по 8. Нифига, у нее день рождения. Ну, это сезонной праздник. Алкоголичка! Наш человек. Вон, смотрите, какая штучка светится. Ну, это же Сочи парк вход, да? Да. Это и есть Сочи парк? Да, вот этот аттракцион, это вход сюда. Ну, конечно, это, да, хотели туда. Да. Ну, а нам направо. Ну, среди нас нет детей. Нам направо? Аптека. Слава богу, мы не болеем. О, уже красненьким, зеленым горело. О. Ну, конечно, 150, так, а так дешевый номер. Ночь-ночь? 10 ночей? Да. Или не 10. Короче, сколько-то я смотрела, или 5, или 7 ночей. Ну, нет, конечно, не сутки. Прошу прощения, велась из заблуждения. Ну, не дешево попадаем. Не дешево. Не дешево удовольствие, да. Хоть за ночь, хоть за 10 дней. Хотя однажды у меня знакомые здесь отдыхали по какой-то супер акции, как-то по горячим, они буквально 5 дней. Да. Сказали, что ну, отель. Отель? Ну, конечно, отель. Он изнутри. Ой, снаружи так, ну, оформлен. Конечно, просто отель. Внутри, говорят, всякие доспехи, такой, ну, как замок, да. То есть, ну, это, видишь, замок, и окошечки, как у замка сделаны. Вон деревце такое красивое, никто не хочет балкон. Там даже балконов нет. Да, даже балконов нет. О чем уже разговаривать? А где они курят? В платных курилках. Да. Вот, это кто такие? Это... Ну, мне зачем вот эти уроды? Не, я не знаю, что это... И да. Это надо? Вот вход в богатырь. Зам. Слышала? Ну, Инна, хотят люди фотографии с этими уродами. Прямо это такая странная. А мы где это? Ананасики. Странная, странная. Да-та-да-та-да-та-да-та-да-та. Что делать? Давай-давай, мы отойдем. Дима, отойди, не будем маме портить фон. Вертикально? Отойдите все. А почему? Может, ну, зачем они в коляске едут? Ну, ничего. Та-та-да-та-та-та-да-та-да-та-та. Тебе не нужно сфотографировать в этом районе? Света, теряется фраза, просто повторяю ее. Тебя не нужно сфотографировать в этом проеме. В этом проеме. Нет, не надо мне сфотографировать в этом проеме. А около вот такой пальмы? Нет. Дерево, дерево. Ну, пальма хоть красивая. Ну, кстати, пальма на горах очень. Так там за освещение. Пойдем, все, показали. Тыквы лежат, а эти? Да. Вон тыковка, смотри, бежит. Пойдем, догоняй. Тыковка за ним бежит. Ух ты, мы вывернем. Так, колесо времени, богатырские гонки. Господи, все такие селфи, селфи у всех. Девочки все фотографировались.
пока издеваюсь. Спать хочу. Куда идти-то? Ну, походи через это. Прямо, да? Лицо у нас все даже 5:30. Лицо все делали, и все. Ну, что нам теперь надо налево уходить на... Подожди, лево ноги? Вот это, да? А мы куда идем? А это близко к нашему дому? К вашему нет. Тут все далеко от вашего дома. А потом как мы поедем? Пойдем потом по набережной. А можно пожрать на набережную, чтобы туда не ходить? И... Это пути это все. А. Это все по дороге. Все, я их узнала. Вот же он нам это говорил. Вот они цыгане. Да, это я... Такси, да, пожалуйста. Есть переход. Это он дальше переходит. Короче, мы тут шли первый путь, я узнала эту дорогу. Ну кто? Образовательный центр Сириус. Образовательный центр Сириус. Угу. Время 8 часов, глаз уколи. В городе Сочи, темные ночи. Света все песни знает. А мы к морю идем, да? Мы к морю идем. Море было. Здесь все дороги ведут к морю, все. Это Сочи. Вот мы вот эту дорогу я прошла. Света говорит, ты тоже не ориентируешься? Вообще. Мы идем параллельно морю. Да. Параллельно набережной, в нашу сторону. Параллельно морю. Параллельно морю. Да. Нам, в принципе, все параллельно, но вот мы еще идем параллельно морю. Мы даже ему успеваем навредить. Ближе, чем ваш. Ну дальше от нас сейчас, где мы идем. Там. Мама. Ёлки. Красивые ёлки. Мы в Москве ездили в питомник. Так вот там такие ёлки продаются и стоят по 300 тысяч. Представляете, одна ёлка. В смысле, они для чего? Для высадки? Для высадки на садовых участках, да. Ну типа на дачах там. Там... Мы с Женей ездили с клиентом. Я понимаю, зачем? Ну, к нему в дом растения. Подскажите, пожалуйста, извините, вы не местный, почему образовательный центр Сириус? Потому что это образовательный центр. Приезжают сюда на какое-то время обучаться, одаренные дети отдыхают и обучаются. По типу лагеря Артека, но Артек развлекательный. Это образовательный. Нам в Артек с тобой, нам не сюда. Он работает под эгидой президента. Здесь постоянно Путин приезжает, встречается с детьми, с одаренными. Ага. Вот. Сириус, вот этот образовательный центр, выкупил теперь Олимпийский парк. Он теперь тоже их. И вот все, что вот это, вот все, что мы где живем сейчас, оно называется поселок городского типа Сириус. Вот так вот. Ну, ты говорила. Вот так вот. У них есть свой пляж, у них есть свои автобусы, у них... Дети, когда приезжают, то есть они гуляют, они все в одинаковых этих костюмах, там, куртках, ну, всякое. И сюда, я так понимаю, что попасть очень-очень... Елена Викторовна очень умная женщина. Просто? Там олимпиады. Дим, так давайте пошлем. Дима, почему ты все еще не тут? А я пытался. Он даже со своим учебниками уже здесь. Да, кстати. Он, да, кстати, сюда же физику привез. Агент какой-нибудь, Сириус. Нет, он не тут живет, мы не знаем, да? Он под не тут же. Он тут живет. Отсутствует, а он в Сириусе. Да. У него пары в это время. Нет, ну недаром же он привез целую сумку учебников. Не сумку. Ну сколько? Три учебника. Какие? Физика, астрономия, геометрия. Вот видишь, астрономия, Сириус. Что-то в этом есть. Что-то в этом есть, да. Связь. Конечно. Темно, короче. Нас не видно. Помимо этого, между прочим, есть с собой футбольный мяч и кроссовки для бега. Поэтому. А, кстати, мы разносторонне развиты. Вот так вот. На пляже футбол играли, а потом волейбол. И потом волейбол. На песке, да? Димка каждый день бегает. Дима каждый день?
А сколько ты матери по берегу? От матери. По сколько? Станция средняя? Да. Ну, тут 7-6. 7-6 километров? А у вас 7-6 литров. Плюс-минус. Вот правильно говоришь, плюс-минус, да-да-да. Точно. Каждое не свое. 6 литров, это многовато. Да ладно. Мы сейчас переходим. Право или налево? Направо. Так вы не к морю. Нет, в столовую я... В столовку мы идем. Вот, столовая, это здание. Так мы пришли уже? Да, а там есть руки помыть, и туалет там есть. Великолепно. И даже банкомат есть. Ну, нам не нужен банкомат. Нет, сейчас мы Инночку кормим. Что вы меня кормите? Вы меня... Вы меня так каждый день кормите. Вы почитайте хейтеров-то. Я знаю, что я говорю. Только что пиццу. Кто нас пиццей кормил? Ой, там, хейтеров-то почитайте. Каждое утро к вам хожу, на халяву ем. Ну, конечно. Зато ты на розовых утро всех со своей деньги поделаешь. Да. Мне Лена отдала, сюда отдала. Зачем вы это сейчас сказала? Дима с Аней нет. Так за вас матери отдали. Все говорят, ух ты, маленькие прически. Маленькие прически. Модные. Макдаки. Макдаки. Продукты. Ну сейчас, конечно, все. Кстати, смотри, эта церковь, она работает, что ли, начала? Она в том году горела. Она же горела? Мне кажется, сейчас тоже что-то горит, потому что что-то... Вам не чувствуется, что пахнет огнем? А что горело? И не шашлыками пахнет. Вот это вот штука. Вот прям как-то пошли. Лена, что, как мы идем-то? А можно здесь хоть? Вот. Куда мы знаем? А, ну вот эти идут, и мы переходим. Да побыстрее. Анечка. Как коряги. Аня. О, все, в столовку пришли. Вот такая вот с парадной лестницы. Аптеку это, парадная лестница. А, вот так а вот, да? Вниз. Спускаемся вниз по лестнице, она социальная. Вы куда? Тихо, тихо. Все отлично. Надеюсь, нас тут не отравят. Я в туалет тоже. Я потом мыть руки в туалет я. А, с детьми все. Значит, хорошая столовая, на самом деле. Все с детьми. Значит, все четенько. А я хотела в туалет. Ну, сначала нужно руки помыть. Мыло есть? Что нам еще? Помою руки. Все помыли уже. Побежали, бросили, блядь, меня. Чекал. Сейчас я сделаю. Куда алоэ мыло? Лена, значит, хорошая столовая, потому что здесь очень много детей. Здесь хорошая столовая, да? Ну что мне эта песня пристала? Да, полным-полно народа. Ну мы вот сюда? А, у нас уже далеко.